этот год для нас рекордный, 127 миллиардов. Что способствовало? Команда профессионалов, молодых профессионалов, которые работают во всех институтах поддержки бизнеса Ленинградской области, которые умеют разговаривать с инвестором, которые умеют показать инвестору преимущества Ленинградской области. И мне кажется, это работает. Это работает действительно эффективно. На форуме соглашения фиксируются, этому предшествует большая кропотливая работа с каждым инвестором. Понятно, что кто-то из этих инвесторов – это крупные инвесторы. Здесь подготовка обращений на федеральный уровень и такая дискуссия относительно ключевых факторов реализации проекта. Кто-то инвестирует буквально несколько сот миллионов рублей, но для нас важен каждый. То, к чему мы готовились, наконец-таки свершилось. Мы заключили соглашение с регионом по лесопромышленному кластеру. Это соглашение дает возможность предприятиям получать федеральные меры поддержки. Я рад, что они создали центр поддержки экспорта. Это новое важное направление, что не бросают лесопромышленный кластер и кластер судостроительный. Поэтому здесь надо фокусироваться, концентрироваться и добиваться конечных результатов. То есть конечный результат – это инвестор, который пришел в Ленинградскую область. Это одна из лучших локаций, потому что это связующее звено Европы и Центральной России, что дает возможность компаниям поставлять свою продукцию, в том числе и на экспорт. We have very good skilled people and very good experienced people in Leningrad region. We will be able to demonstrate not only to meet the domestic demand in Russia, but also export these products to other countries and help Leningrad increase its export potential. Малый и средний бизнес Ленинградской области, то у него огромные преимущества по отношению к коллегам из других областей. Рядом порт. Логистические расходы в России могут составлять порядка 20-30% от себестоимости товара. Поэтому, если у вас будет возможность предложить товары, где будет 10% всего логистики, то это неимоверно повысит конкурентоспособность не только на международном уровне, но и внутри России. Провели определенную аналитическую работу, нашли тех инвесторов, которые с нашей точки зрения могли бы локализоваться в Ленинградской области, и проводим с ними переговоры для того, чтобы лучше найти точки соприкосновения и выстроить определенные дорожные карты по их привлечению в наш регион. Стенд полностью оправдал мои ожидания. На входе у стенда стоит бар, где предлагают абсолютно правильные напитки. Это молочные продукции Ленинградской области, это кофе-чай, который производится в Ленинградской области. И, кстати, абсолютно экологически чистая продукция. И очень важно, что у нас стенд очень инновационный, очень современный, очень правильный. Именно на этой площадке мы можем обсудить все те моменты, все те вопросы, которые нашим потенциальным инвесторам могут быть интересны и которые могут быть беспокоить. И эта обратная связь, она крайне важна и для региона, и для агентства экономического развития, и, конечно же, для инвесторов. Плюс отличная зона для переговоров для самих промышленников, для участников кластеров, потому что эта работа во многом организуется нашим центром развития промышленности. Мне кажется, стенд был организован, наверное, очень удобно. И красиво, и удобно.